Ищут очевидцев ДТП. 28 октября примерно в 18 часов автомобиль Nissan Almera на перекрестке улицы Кузнецова и автодороги Харьков-Симферополь совершил наезд на неустановленного пешехода примерно 70 лет, который пересекал проезжую часть. Вследствие полученных травм пенсионер был госпитализирован в 5-ю больницу, где спустя 2 дня умер. Очевидцев происшествия просят обращаться в отдел расследований ДТП полиции на Матросова 29, кабинет 725.